привет, дорогие друзья, на связи Касси, да Ючик, ребята, и сегодня вместе с Донни мы поиграем в GTA 5 онлайн, где устроим шоу «Русские дороги». Какой сиандр. Что ж, ребят, давненько не выходила данная рубрика, я знаю, что она вам нравится, потому что, к сожалению, были проблемы с новым сервером. Но я как вроде подшаманил, и оно заработало. Оно живое! Короче, ребят, ставьте лайки, да, за то, что постарался, вроде как оживил и вернул эту рубрику. Сегодня будем тестировать машины на их проходимость по вот таким, ребята, кочкам. Чтобы вы понимали, расстояние каждый десяток между вот этих, ребята, ступенек, так сказать, увеличивается с каждым разом, там чуть ли не в два раза. Поэтому чем дальше добираемся, тем больше баллов получаем на счет, и до конца доедут единицы, если вообще сегодня доедут. У нас очень много читачек появилось, интересно будет на них посмотреть, если они попадут из рандома. Так что, ребятки, поддержите позитивным комментарием, ну и, конечно же, поставьте лайк, потому что это мотивирует снимать дальше. Что ж, давай, молодой, сразу с тобой сходу начинать. В общем-то, ребята, давай, также поехали. Из рандома будем доставать тачки. И у меня первая машина — это какой-то Мерседес вот такой. Ты где? Так. Нету машины, сейчас появится. Что-то новое. Окей, ребят, давайте подождем. Что ты такое? Инцераптор 145 под капотом. Новая, ребят, тачка, раз у меня ее не было. Форд Фокус, полицейский. На штампах, понимаю. Да, давай. Поехали. Давай это посмотрим, что из этого получится. Ну, maybe. Как-то нехерово. А что так далеко? Ну, потому что надо чиповка, на самом деле, решает. 57. 57. Не-не-не, у него проходимость хорошая. Чиповка, в принципе, у нас стандартная. Ну, сейчас посмотрим. Хотя... Ну да. Ну, прикол в том-то и был, ребят. 52 балла у меня. Что ж, жеребьевку прошли, ребят. По нашим правилам, кто дальше, у того больше баллов и возможность заспаунить 3 машины. Используем мы вообще все, что есть в реале, и по желанию тачки из, получается, GTA. Потому что бывают большие попадаются. Так, окей. Подвеска здесь очень важна. Так, ну это я учитывать по желанию не буду, оно не поедет. Феррари без колес. Почему без колес? Это очень быстрая, во-первых, тачка. Ну да ладно, давайте. Потому что какие-то новые колеса встали. Да. Если появились новые тачки. Да, ну-ка. Есть колеса. Это обратно вернул. Так, давай. Понял. Начинай. Что за колеса потом? Они по-любому появятся, потому что они, скорее всего, будут только за второй тачки стоять. Повезло тебе-то как? 64 балла. Да. Чисто не проехал, но улетел. Что ж, у меня очень быстрая Феррари, ребят, тоже летающая. Если вот цепанусь и полечу так же... Да. Двойной рикошет. Нормально. Как лягушка пропрыгал. Что ж, 70, ребята, 6 у меня баллов. Это хорошо, это повезло, на самом деле. Такое очень редко бывает вообще. И как бы это, кстати, хорошие баллы. Ты видел, да, прям как лягушка? Да, видел. Что ж, ребят, тайм-кодики пишите. Как говорится, момент-то неплохой. Единственное, что меня смущает, что ты у меня невидимка на этой платформе. Но, опять-таки, а что поделаешь? Это, ребята, все сервак. Так, стандартные, да, тоже, думаю, не буду считать. Раз, два. Баха какая-то. Блин. Что у меня случилось с текстурками здесь? Это из-за самолета или из-за чего? Сейчас тебе ВК пришлю, то, что у меня происходит на экране. Не знаю, что это, но, короче, чекни. Ну, у меня все хорошо, Я попробую твою ламбу, но она проблема в том, что не едет. Я вот думаю, она хоть как-то на малых оборотах-то вообще поедет. Ёпа-мать. У меня бэха была багнута, оказывается. У нее, прикинь, так это фары у бэхи меня так отображались. Прикольно. Я, ребята, если не забуду, ставлю. Давай, начинай. Там, короче, просто большое синее пятно на пол, получается, вот этой платформы. Первый раз такой баг вижу. Неплохо. Все-таки прям... 65, да. Так, а ее как-то прижать можно? На ней газовать не стоит быстро. Ладно, я понял. Слушай, она едет как бы. Ай, ты собака! Ну ладно, я такого даже не ожидал, ребят. У нее проблемы, чтобы вы понимали. Я вам сейчас покажу, что с ней происходит, если быстро ехать. Ну, как бы 63. То есть вот на дубке она встает. Нифига красиво. Понимаю. Так, ладно, ты был чуть дальше. Буквально на крапальку. Три тачки за тобой. Так, у меня получается бэха. И первая тачка это импала, на которой я, скорее всего, поеду. Я поеду на этой. О, инсургентик, да, инсургентик это not bad. Что ж, давай начинай тогда. Посмотрим, поехали за тобой, понаблюдаем. А я пока прыгну тачульку. Так, окей.
Ребята, весь крупногабарит вот такой вот, очень хороший, но турникет он тяжелый. Да, 61. А, так, ну это бьется, как мы сегодня видели. Импала по накату едет хорошо. Но врезалось, к сожалению. Это, ребята, 56 баллов. Как мы считаем баллы? То есть вот эта ступенька, которая впереди, по ней мы считаем, чтобы вы понимали. А то в комментариях, может, да, напишут спустя сколько времени, типа, что-то вы неправильно считаете, типа. Так, ну пока, конечно, экстрабалл за мной. А, кстати, что приносит экстрабалл? Я уже не помню. Вроде какие-то баллы дополнительные у нас были. Так, трявая тачка и гелик, между прочим, кстати, тоже неплохо, прям неплохо. Так, этого потенциально даже сотка может быть, а Гера очень быстрая. Но я, наверное, ребят, все-таки возьму гелик. А, начинай, че бы нет. Как говорится, это очень хорошо. И самое главное, что, ребят, чиповочка стоит у нас в 30%, и это позволяет вот таким машинам ехать. Хотя у него база не такая длинная, может, не проедет до конца. Да. Ну, до конца нет, но да, неплохо. Это 77, да. Да. Хорошо, но, как говорится, быстренько все равно остановился для такого крупногабарита. Так, гелик. У гелика немножко вроде морда наперед должна приподнята быть, но это не точно. 51, понимаю. Жестко. Так, ладно, продолжаем, ребятки. Мерседесик. И вот такой джип. Он не самый лучший, кривой косой, но джип. Поэтому придется брать его. Все низкое, прям жестко низкое, поэтому выбирай. Уж точно, наверное, думаю, не сливу первую, поэтому да, Мерседес, окей. Так, что ж, у нас, слушай, в среднем всего... Ой, медленно, 46 у меня, у тебя? А, ну, да, получается, да, 46. Да. Рикошетнул. 6. Да, ну, низкие тачки. Ребята, антирекорд самый за все времена был в районе 20. У меня кривой косой трансформер, но он проехал, это молодцом. Трансформер. А, так, это 67 получается у меня. Я заметил, что у нас некоторые цифры продублировались. Прикольно, смотрится такой слой двойной, понимаю. Так, ну, ребята, отлично. В общем-то, возвращение рубрики. Напишите в комментариях, ждали вы вообще ее или нет. Потому что я-то на самом деле в комментариях видел. То есть и под роликами, типа, когда будут русские дороги. А байки поэтому... считаем? Кто ждал? А, в принципе, да. Да, давай считать. Но я предлагаю считать только из реала байки. Их не так много, но они быстрее, чем стандартные. Поэтому, мне кажется, там интереснее будет. Так, ну давай. Давай. Дон-дон-дон. Поехали. Чоппер, конечно, не самое лучшее, что может быть из байков, но... Можно прорикошетить, как я, на Феррари, во-во-во. Чебуйка. 54. 54, да. Я помню, как на байке ехал, слетел еще на старом серваке, ребята. Сейчас напомню для тех, кто не знает, то впервые у нас с байка не падает человечек. Поэтому, в принципе, на все пофиг. А раньше падали люди. Я прям помню, как пролетел метров 300 и просто пузом повис на лестнице. Емарей дождь, хорош вообще. 70. Хорошая тачка, ребята, вообще без проблем ехала. А, проблема в том, что скорость, возможно, слишком большая, и в какой-то момент она настолько большая, что машина просто цепляется. Хотя, опять-таки, напомню, что расстояние, смотрите, раза вот здесь, где я упал, полтора раза больше, чем тачка. Вот и все, вся и разница. Угу. Слушай, мне что-то мини-русские дороги даже больше нравятся, чем широкая версия. Как-то компактно так. Вообще, нормуль. Так, три тачки, ребята. Ковбой первый, но ковбоя я считать не буду. Пожевоз, Бентли летающая и Маза неплохая, но такое. Так, вторая. Так, ну, у тебя пантерка вроде. Пантерка, да, будет пантерка. Так, что за Бентли? Бентли X10 очень быстрый, Маза тоже неплохая, но я попробую, как говорится, полететь. Давай, очень низкая пантера. Ну, поехали. Очень быстрая. Так... Ой, у меня уже ударился, что ты понимал в самом начале. 60. Слушай, я заметил, что у нас на вот этой маленькой, как говорится, лесенке, ступеньке нету рассинхронов визуальных. Это круто. Ой, какие рикошеты. И 66 по итогу. Кстати, ребят, я вспомнил про экстрабаллы. Если машина у нас вот так вот получается на переезде садится на пузо сама самостоятельно, то плюс 10 баллов мы получаем в раунде. Вот что вспомнил. Давненько не было рубрики. Да, кстати. Так, ну окей, погнали дальше, ребятки. Расчехлим рандом-дом-дом-дом-дом. Так, байки не считаю. О, тоже высокая тачка, но я по приколу ее учитывать не буду. И спайдер пришел. Ну, типа... У меня же две, да, было? Да. У тебя там чит какой-то, что ли, или что там было? Не, крузак просто. А, это просто показалось, что быстрый. Новый крузачок тоже, ребята, недавно был добавлен. Ну, в целом, такой 50-50. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да-да, подвеску прям сломало. Ты знаешь, ты ехал-ехал, тебя как будто вырвало 8. Просто подлетело как-то странно тачка. 48, короче, да.
Так, ну я так понимаю, Ctrl здесь не нужен? Или нужен чуть-чуть поджимать? Давай, 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 экстрабал, 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 не доехал! Да, не получилось. Не доехал. Но это справедливые чистые 76. Я примерно врезался так же, как и грузовичок твой, вот этот бронетранспортер, БТР, что это. Хотя даже ПВО больше, наверное, с ракетными установками сверху. Ладно, в целом хорошо, три тачки, ребята, за 75 у нас уже есть. Как говорится, 3/4 пути покорено, до конца осталось совсем чуть-чуть, но эти чуть-чуть, на самом деле, ребята, покорят прям вот считанные единицы. Так, Мерседес, Порш одинаковый и какой-то вот такой Кадиллак, который я и возьму, хотя это не факт, что Кадиллак вообще. Что это за как производитель? Кадиллак. International. Вторая. Ну, такой, видать, есть. А, так, у тебя это да. Ниссанчик. Да, давай. Ну ладно, я поехал. Тайков. Такой чувак прикольный. Так, окей. Ой-ой-ой. Ну, повезло, что рикошетнул. 55. Так, ну, вопросы, ребят. Давайте подвеску проверю. Допов очень много. Давайте сделаем. Типа, я думаю... Особо цепляться будет нечем. Да, окей. А раскраски, кстати, тоже есть всякие прикольные. Ну вот, с огоньком давайте поедем. А, что ж, давай. Кочегарь. Давай, давай, бампер давай. Мне не нравится у него, он прям здоровенный. А, ну да. Как я и думал. Как я и думал, быстрая остановка чисто из-за бампера. 62, хотя, ребята, у таких машин очень большое преимущество на этой дороге. Ну что ж, окей, пока что дроп максимально интересный, читов мы только не видели, только у него вроде косячная, да, он кривой, к сожалению, весь такой. Так, у меня стандартная вроде как тачка. Угу. У меня две, да? Да, у тебя две. Так, опять гелик, уже три разных гелика мы с вами лицезрели, и я на нем, скорее всего, и поеду, ребята, потому что все остальное такое себе. А мой гелик, ребята, 65-й, особо далеко не уехал, может быть, этот поедет, это, кстати, вроде в обвесах Майбаха. Так, ладно, РСК быстрая, посмотрим. Хорошая, но низкая. Да, ребят, скорость здесь не всегда решает, даже 4, ребят, чтобы вы понимали, потенциально, которые могут долететь там до сотки, бывает, врезается в 50, слушай, я 56 взял. Чуть-чуть на один балл лучше, чем ты. Ну, что-то такое. Прикольно. Так, ребят, констатирую факты, как говорится. Гелики не едут по русским дорогам. Нужен антигелик, по любасу. У нас такой так, есть. Поставь первое. Боевыч. Так, подожди, а у тебя что? Сколько у тебя было? У тебя было больше? У меня 56, да? У тебя вроде 55, да. Ладно, чуть дальше. Так, Астон Мартин. Тойота какая-то вообще. О, блин, Краулер, конечно, пацан молодец. Но, блин, он вроде... Такой себе прям. Да ладно, пофиг. Давайте по приколу краун возьму. Давай, поехал. Давай. Наш носорог. Тоже лет 300 его не видел уже. Ух ты, неплохой внедорожник. Ничего себе. Ну так. Да. 64. Это джип, да? Да. Джип неплохой, насколько я помню. Так, а у меня максималка... Слушай, благодаря чиповке, как говорится, мое почтение. И я до тебя чуть не долетел. У меня 63. Немножко не хватило. Один балл разница тоже, да. Ну, слушайте, с чиповкой, ребята, машины, которые раньше прям унылые были, хотя бы едут. То есть они успевают раскрываться. Потому что вот этот вот, ребята, автомобиль, который у меня сейчас, ехал максимум 120, что ли, или 110 на старом серваке. Ну, интересно себе. Ну что ж, ребят, продолжаем. Продолжаем. Ты на балл был дальше. Так, самолет нужен? Дарю. Так, значит... Первая. Аплайт у нас вторая, не чит больше, да? Третья. Эх. Ну, что-то подбор у тебя. Да. Фуфло. Полное. Полное. А, что ж, ну мы, ребят, сегодня как минимум видели уже крупные габариты, но они не справились пока что с новой дорогой русской, поэтому, скорее всего, это перейдет на следующий раунд. 53. О! Чего? Audi Quadro полицейская? Я еще такой... Понять не могу, думаю, у тебя телефон типа на фоне что ли базарит. И типа радио, да, этот, копов заработало. А, 55! Почему и зачем она полицейская, я не знаю. Тут даже, как бы, ну, обычная тачка. Ну, ладно, понял. Прикол. Ты чуточку дальше, поэтому у тебя три тачки и предпоследний раунд, ребята, у нас. Так, чит? Ну, даже если не чит, возьму его. Так, первое. Так, байк, ну, это кумчик. Да, это кумчик. Рокет Банни, Ниссан. Что ли? Ну, тачка клевая, на самом деле, но не для этих стихий, так сказать. Да, господи, что-то очень Фиатик много дрявых. Нет, Фиат выпадает, наверное, уже раз пятый за сегодня, если я не вру. Возьми меня. Но 300 пудово было уже. Ну, и сейчас уедет на 80, такой, че я его не брал? Да. 54. Маленький колобок.
Так, ну у меня бэха, конечно, прикольная, заряженная, большая и все дела, но... А, ну, хотя бы цепанулся, полетел и почти засейвил на экстра баллы, но 62 по итогу, ребят, перевалил, как говорится. И финальный, ребята, заезд на сегодня. Вот такая прикольная рубрика подходит к концу. Я не буду инсургент учитывать на твоем опыте. Он особо не поехал, поэтому думаю, что не исключение будет. Почти та же самая Audi, только это немножко другая машина. Так, ну, у тебя, типа, такое. Но полицейский кар, может быть, поедет. Так, у меня нету никаких допов. И подвески, самое главное, что не завезли. О-о-о, тверк-тверк, жопой смотрю. Ну, понятно, да, короче. Да, 52. Но это было видно. Типа задняя ось намного выше, клиренс был, чем наперед такое. Mm-hmm. Мое почтение Поршику. Это неплохо было. Это, ребята, 63 балла в самом конце. Она мне приносит, эта машина. Что ж, ну у нас три фаворита. В общем-то, нужно отдать Феррари должное. Просто борец до последнего тащила, рикошетами долетела. Борец. Как говорится, смогла вырваться вперед. Джипик, ну, вообще идеально проехал до этого места. Mm-hmm. Ну и, в принципе, я думаю, что абсолютно равноправно вот с этой бронетехникой, ребята, потому что, ну, видно было, что ехали они, ну, одинаково похожи. Что ж, ставьте лайки, ребята. Это возвращение рубрики «Русские дороги». Чем больше лайков, тем чаще будет выходить рубрика. Всем пока. Пока.